Это последний на сегодня файл.
3%, супер.
1%. Пожалуй, хватит на сегодня. Как же надо писать? Руки помыть.
Ого. Уже целый час и 15 минут не отключается. За последнее время это рекорд. Интересно, что ж такого случилось.
она до сих пор не отключилась. Завис.
Полтора часа не отъезжалось. О.
его закрыл, стал с видеомастера и положил это. Ну, еще МТС-овские из этого, что показывает, включено, отключено, модель. Все равно, блин, флажвет завис, не отвечает. 99 показывает, завис. Загружено 99. Все равно, блин, хорошо получилось, что этот не отключался. Связь не прерывалась. Полтора часа. Ну что ж случилось? Уже 1:35. До сих пор показывает, что что-то принимается. Сейчас приемка. Наконец-то расчехлился. Сейчас еще ему на заворочку поставлю. Так, уже буду смотреть. Надо, наверное, все-таки не делать 300 мегабайт, делать 100, ну или сколько там минимальное можно, или по крайней мере попробую так сделать. Блин, по крайней мере 200 было нормально, только расширение выбрать другое, надеяться на то, что на YouTube можно будет настроить, как сделать такое расширение. Идея? Идея. И меня целится в шею. На улице штиль. Наверное, меня лучше никогда не видно, а? Ладно, уже пальчик докрутит. Интересно, что ж такое загружается. Как будто что-то я принимаю, у меня вроде ничего не стоит на плане. Тогда если бы знать, что обрыва больше не будет, оно тоже не вариант, ненадежно это делать, оно же каждый день на интернет тратится. Так хоть бесплатно, а если там нагнется, плюс ремонтировать тоже. Может, в следующий раз уже буду на
камеры загружать видео. Ну, как с лесами, не знаю. Это самое комбинировать.
этих собак хлебом не корми, дай только им возможность погавкать. Thank you.
Так, наверное, достаточно на сегодня. Сейчас я, как обычно, взвешусь. На сон грядущий. Какао 76 и 977. В результате 77. В общем, все на сегодня. Продолжение будет завтра.